это как там, перегрузка, метки. Да. Тебе что, надо точное название или что? Нет, вообще она ДБМ анонсится? Хуй знает. У тебя над ебальником появляется стрелка такая. Над головой. Че там, челики, где? Два хила, они сгрейсит. Сейчас, сейчас, я это мутки тут меняю чуть-чуть. Че там, ты, наверное, когда в два окна заходишь, у тебя там, наверное, вообще лагает, да, по-страшному? Нет, нет, не лагает почему-то. Ой, у меня два камня на стамину. Два окна, короче, маленькие, я типа вижу. Два камня на стамину, есть у кого-то? Тебе в плечи надо ставить два камушка. Не хватает, да? Да не, нормально, там что, 16 тысяч хп пойдет. У меня, короче, одно окно справа, другое окно слева. Сержа, Сержа, учись у бигдема, делай я антислаг сет. Стамину фул. Кружка там. Неудачно ключик паролил. Да, пойдем. Никому же больше пояс не нужен кожаный. Нет, мне только нужна голова и грудак по-русски. Вот такие касты. А у мага есть символ на уменьшение каста ледяной стрелы? Там может от хасты зависит. Я просто тоже хз, бля, посмотрел, там каст такой долгий. Я просто знаю, что у меня... По крайней мере, я знаю, что она кастуется, там может оставаться 1,7, а она у нее какого-то хуя натягивается, блядь, 2, почти 2,5 секунды. А ты качал таланты там? А-а-а, ну все, я понял, да. Тут у меня талант в 2,5 всего взят, я же говорю. 2 из 5. Вот ты просто таланты еще не перебил. Опа, а чё с хилом, братцы? В изобилии. Он сало дал. Сало? Ну он стан дает там. Ну стан. Рейсфейс, ты хилишь там? Если так хилить будете, так дальше не пойдем. Да нехуй просто по два пулить. Хуя два. Нет, не, это не я спулил, бля, там другой кто. Да это я спулил. Ну вот. Спулил, пробегись. Дай, дай, дай. Не буди его. Это мув так кричит, что ли? Новая озвучка Сидуса подъехала. Не, бля, сын рядом. ДБМ кричит, а там шатёлку можно передать. Ага. Сау, блядь, добавил. Бунутый моб, конечно. Блядь, у нас репечип вообще тоже с 2-4 все. Ну вот и че он берет. Ну потому что я хожу с пугами, ничего не упадает. Хожу. Хожу я... и. Завтра буду ГМ собирать. Ну, я не думаю, что, конечно, на мага ничего не выпадет. Ну, если будешь ГМ собирать, ты это анонси в этот в ДИС, я буду. Ты во сколько будешь
Твой МСК. Ой, я не знаю, с утра, наверное. С утра это во сколько? Я в 12 просто писал. Где-то часов 12, наверное, и буду. Угу. Полечим. В 12 по своему, это что, 8 по МСК было, вот, например. А, ну это вообще рано. И что, 8 по МСК собираются? Да, можно собрать. Ну, раньше собиралось, сейчас не знаю. Да, мне оставишь слот, ладно, по танка. Я там потанкую еще. Давно не ходил. 10 утра. Первая группа налево, вторая направо. Сейчас посмотрим, что будет. Просто у нас репечи слабенькая идет. Пусть знает, я-то вообще не буду дамажить. Короче, блядь, репечи, он может даже не дамажить, нахуй. Просто, блядь, кричи на АП, пожалуйста. Сюда, все, что тебе требуется. Так вот ты МК закинул? На шпасе, да, что у меня, есть? У меня нету МК, блядь. У меня же бич ебаный, да, талант. Да, бич, блядь. Хуйню какую-то прокачал на таланты. Я думал, синтек вкачал мне, блядь, стрелу, он не вкачал вообще. Я... Это, блядь, трэш фармил. Не, ну трэш, да, да понятно, да. Что, блядь, трэш и заебись. Ну там не замерзаете, это шо. Сейчас, кстати, это будет. Какое называют. Ну, гейзер, короче. Где-то. Че, мы выживем и стоять будем? О, вот они, в мили зоне, вот. Сейчас все это будет отскидывание. Можно Геру, кстати, ебануть тоже сильно. Больнее бить. Шаман, давай, Геру. Ого, маг умер. Пизда, у меня глыбу в КД не видел, ебать. Вот это хуёво, блядь. Ну, типа, вообще нельзя умирать-то. Чё, можешь срезать, чё? Ну попробуй, может, повезёт. Я после обстрела. Выхода нет. Выхода нет. Ну, типа, один маг не дамажит, а второй тут. Это всё, это падаем нахуй, это залупа. Не, на нём вон зелёная, нормально. Да, у нас, я говорю, у нас... Ступлю. Нельзя умирать здесь. Все же бомж, это и так все знают. Сейчас добьем нормально. Вон там поделить того. Не, стоя, я а, это... у тебя глыба. Все, там, не умрите только, блядь. Личный урон не летает. Сука, за нас. Скушающий. Ой, Фейс, зачем ты вынес? Да, Фейс, да. Ты же не маг, у тебя глыбы нету. Я тут пал, соло прохилит, нормально, чё. Ну, он мог не умирать просто. Да, он мог не умирать, согласен. Только они не знают, что я нуб. Вот это поделить вам надо с танком вместе, вас четверо, трое. Минус там. Блять. Не хватило, да, получается? Сейчас добьем. Не знаю, может там... Ну там у меня хп вообще хуйня, блядь. Втроем. Да, стак похуя уже. Не хватило. Это отойди чуть-чуть подальше. А. Там. Шалфир, вот, например. Ну да, вот это поближе к стеночке возьмитесь, чтобы нечаянно не задеть. Бегите или умрите. Поезда сейчас. Бегитесь.
босс умрет от старости. Сейчас метки должны быть скоро. Это можно сделать девизом гильдии. Сегодня, кстати, как тестили масрез? Да, в таре обычки тестили. Блять, тапок нету, сука. Да. Нихуя нету вообще. О, даже, блядь. У меня такие же. Ой. Ну, у меня параш. У меня все это есть. Так. Руки возьму на всякий случай, вдруг ролить придется. Он пусть да, это, наверное, кто, коллекция рук. Кто бы сомневался. Может, вару вообще, да, и вару там они тоже профит на эти руки. У меня такие есть скелетон. Это же все-таки пич пиздец. Ой, блядь. Это... Какого? Ну, слабое место это. Оно. И вообще, в последнее время склоняюсь к тому, что чарки это вообще полная параша, и они вообще не нужны. Проще, а понимаешь, а хули еще делать в этой игре, нахуй? Ты сидишь, вот у тебя было бы целка и без чарок, и что делать, нахуй? Ты сидишь такой и понимаешь, что, блядь, шлем собрал, и все, делать-то больше нехуй. Ну да, так и есть. Не, ты я ты собрал то, и уже мага они... качаешь. Я про то, что, видишь, они не дают особо ничего. То есть, например, вот на престе я вообще хочу переролить себе сапоги, убрать эту чарку. Но я понимаю, что они потом возьмут, переделают ее, да, сделают ее там более там сильной, и мне придется ее идти еще на фол выбивать. Я ее поэтому не трогаю, если проще там выбью. Потом как-нибудь сапоги еще вторые. Сами по себе очень хорошие шмотки, то есть статы да. Правильные. Шмотки, ну, да. хотя бы это неплохо уже. Да, шмотки хорошие, и все. А чарки. Вот чарки хорошие именно статовые, которые крит дают, скорость, силу атаки, силу заклинаний. Вот эта чарка, которая разгоняет от 20 до 120 силу заклинаний. Вот это заебись, вот эти сильные чарки. Вот у меня на престе есть, который дает 68 СПД, и которая от 20 до 120 разгоняет. Вот которая от 20 до 120 я ее поменял на чарку, которая, ну вот классовая чарка, которая, ну. Нихуя не дает, по сути дела. 1-2% урона. Не знаю, в основном танковские чарки, но... Танковские, да, заебись. Сапоги танковские хорошие для подбора статов, там эти меткость, мастерство. Короче, сейвов нету нихуя, есть только одна незыбка, ингейм. И... У меня есть эта священная жертва. Массакрая и мастер аура, да? Ма есть. Давай, я... короче, до 50% нету. Ничего не жмем, короче? Да, ничего не жмем, просто хилим. А после 50 на первый этот дашь ма, на второй, наверное, будет, скорее всего, он будет плюс-минус под заход куполки, надо будет вот эту незыбку. Ну и там массакру оставляем на тот момент, когда там ну, совсем сухуело будет. Что-то. Ну, и гейм ну вот, короче, будем забегать внутрь, тогда правильно. Есть какие-то там, не знаю, нюансы для миликов? Милики, короче, босса будут держать лицом к двери, вы стоите за спиной босса, когда пойдут гаврики, вам надо будет просто это выбежать либо в ромбик, либо в эту в зеленую метку и вынести туда, ну, вот этих вот гавриков, которые за вами бегут взорвать в этих метках. Я могу стать дальше, поражать эту shield wall. Там, не знаю, бог щитом прожать. Не надо, ты просто бежишь сюда. Бежишь сюда, почему? Потому что может во время, в этот момент, когда ты бежишь сюда, на тебе может прокнуть сфера, которая будет вон там, в том конце, ты ее пойдешь закрывать, до тебя хилы не достанут, и просто мы вайпнемся из какой-нибудь хуйни. Сюда бежишь, до тебя здесь хилы достают, угу. Здесь можешь нажать хоть счет волт, все что угодно, блядь, лопать этих гавриков, а потом просто возвращаться к боссу, убить его. Что-то, ну, баф не стамин нашел фер. Ничего сложного, короче. Мастер, дашь по дисгрейсу, да, это? Стерия. Пула. Прям как босс от пуля, стерия. Да что, в мотике, что ли? Нет, я в себе.
Но я бы и не просил истерию, если бы я был мутик. Того босса я в мутике бил. Спасибо. Нормально, да. Берегитесь. Я закрою сферу, можете отойти. Ну вы чё, блядь? Вар, блядь, ну сука, ну блядь, одного вагона в рейде достаточно. Ну чё ж ты, блядь, так нахуй вообще? Я отбежал из лужи и мне и сдох. Всё. Да. Аккуратно, там у тебя стойка есть, там дофуя кнопок на самом деле, чтобы выжить. Захиливайте твиты. Вот она на 65%. Смотри, гаврики пошли, гаврики пойдут в милизону. Милишники, милишники, уходите, там роги, два роги, блядь, посмотрите на кого. Шаман, зачем ты выбежал из-под сферы? Ты нас чуть не вайпнул сейчас всех. Берегитесь. Все, давай, раз это. Может. 60%. Ебать, нас просто тупо нету урона. Я закрою тоже. Ой-ой-ой, здесь аккуратнее. Блять, я не знаю почему, но на паладине у меня вообще игра не лагает. Станьте кто-нибудь в эту сферу, я посох хочу бить, а не в сфере стоять. Сейчас я вот эту другую закрывал. Сейчас я встану. Сейчас будут щупальца, сейчас будут щупальца. Хильте хорошо, блядь, чтоб никто не умер, но... Скоро будет еще дыхание, блядь. Вот сейчас скоро надо будет давать мастер ауру. Смотри, если ты там за костом следи просто, я скажу плюс-минус. Это Шалфир, этот шаман и рога, выносите куполки. Давай, давай, мастер ауру, давай. Блять, меня похилить. Пойдет. Давайте Геру, Гера, давай, шаман. Шалфир, давай в куполки забегаем, Не зыбка. Да ну, как я умер, блять. Ебать, 4 в одной, охуеть. А, слепые совсем, нахуй. Не понимают. Но... Я, да, не увидел. Мечи. Бичи, все правильно. Бичи. 4 штуки в одной, они туда заходят. Ебать. Да, я и говорю, пиздец. Там было 2, когда я последний раз туда смотрел. Ну, смотрел, дамаг, конечно, топовый. Репичип, смо, блядь, ебать. Дамаг вообще заебись. Ну, по 100 блядь, тысяч, нахуй. Сука, я иду вагоном, блядь, у нас в рейде еще один вагон. Вот что вся проблема, блядь, это... Сука, пиздец. Сука. Да... Чтобы выжить эту хуйню, эти бублики, это надо зайти там, где один бублик. А еще надо на фул хп. Нельзя быть. Умирать. То есть репичип тебе нельзя вообще умирать. Ты должен, блядь, давать хотя бы, блядь, свои там 5-6 тысяч, блядь, и не умирать. А ты понимаешь вообще, от чего ты умер, репичип? Линканить. Да, вырывающиеся тени. Ну вот. Это же не сложно выйти. Шаман, ты тут впервые? Он говорит, один раз в 25-ке был. И все. А то он сейчас просто выбежал из сферы и нас чуть не лайпнул всех. Ну, 25-ка там, блядь. Да, не встанешь из здесь сферы, блядь. Берут по объявлению. Здесь сферы, наоборот, надо закрывать одному человеку. Да-да-да, я позакрываю сферы. Если... Ну, какие-то... Мне понравилось, как я 10 секунд стоял в сфере, тупо, блядь, смотрел на босса, снимал его нахуй на камеру. Ну, по идее, столько времени, сколько мы его убили, он должен был умереть уже, блядь, там очень много раз, блядь, а он не умер. От старости. От старости. Ну, ты его хуярил, пиздец. Да, дисгрессить любим мы такие рейды ночные, нахуй, с бичами, блядь. Да, прошлый мне понравился, прошлый веселый был.
Я там так веселился. Ну, сейчас я что-то не в кондиции, блядь, так веселиться. Не знаю, спасибо, блядь, веселье. Опять же, не забудь попасть. Спасибо. Черной хуйни выходите, репечик, чтоб тебя не убило. Сейчас будет дыхание, дыхание прохиливаем. Я сферу закрою. Дыхание прохиливаем. На мага пойдут. Так, там в РДД, смотрите, бегут на кого-то? В РДД на кого бегут? Ага, побегай. Троллд, хорошо, все, убегай. Убегай там и лопай их просто. Сейчас скоро будет дыхание, я сферу закрою. А хотя тут миришеньки, пусть они закрывают сами. Шар кто-то не закрыл. Этой хуйни... Шар закрою, сейчас я закрою. Я закрою, там закрою этот тоже. Шар. Нормально, блять. Там 40 луж и сфера. Ну, стоит. Уже не убить, да, там. Ну, короче, давай. Это, я сейчас просто... Давай, ну, без обид, репичип, я зайду нахуй на креста, просто у этого босса любом меня ебал. Сейчас ты кому-то... Хочу нахуй пройти, все такое. Не, ну репичип там вообще тоже вагон. Ну тебе тоже. Ну, типа... Я не знаю, если его вагонить, то он вагон, но не ты. Или если тебя вагонит, то вместо него там двадцатник должен ДПС сидеть. Да, ну я про человека говорю, что не должно быть для человека там без Т4, блядь, в рейде делать, условно, ты идешь. Вот это, кстати говоря, о 25-ке то же самое. Ну, типа, ну, один вагон еще. Да, 25-ки вообще, нахуй, я не хочу даже про это разговаривать, блядь, сука, даже бесит. Сука, я иду, блядь, престом, нахуй, умирает, блядь, 6 человек, нахуй, мы все равно убиваем босса, блядь, нахуй. Ну почему нельзя так сделать, блядь, когда вот я иду там просто вагоном? Вот так вот, да, потому что там еще полувагоны были, блядь. Ну, ДПС. Ну, давай, ты когда престом шел, ДПС 350, вот и считай. 350 это с 5 хилами. И этот был, кто он? И когда мы сейчас шли, Мордаун 5 хил спекался в ШП, он дал 17, 327, то есть 310 урей, то есть на 40 тысяч ДПС меньше. Ну и опять же, челики упали, там какие-то заслакали, кто там вот Дера там, блин, не шарит, как играть. Хилы там новые. Это все, видишь, это все складывается, блядь. Столько факторов складывается, и получается вайп, блядь. А что, на магии не пошел целка? Да, не дали. Ты что, ты где был вообще, Синтек, блядь? Я на арене был. Ну, а сколько боссов он убил? 6, да, по-моему? Тухлого, огнилого же убили. 6 боссов. Ну, нормально. И все, потом на профи пизда наступила. Да, на профи не пизда. Там мы убивали его. Просто люди должны остаться, были живыми. Если смотри, если вот ты возьмешься, ну, типа, на постоянке, ну, рейли, ты со временем, ну, сам будешь видеть, какой рейд. Ну, там действительно надо было столько взять. Вот все, кто на замене чилили, их надо было взять. И уже, да, тогда уже можно вагоном пойти. Ты прям стопудово будешь уверен, что там не Идера какой-то, а Хистория, допустим, сидит. Да, пойдем, это был бы другой рейд. Совсем. Там челики что-то уже спать уже пошли. Видать, не досидят до второй. Ну там я очень заходил, что там второй пати что-то подразвалилось. Блять, в смысле? Да сейчас это там еще Войд зайдет, что-то. Да, в натуре нахуй. Ёб вашу. Не, я-то пойду, то есть если люди досидят, я могу сегодня долго посидеть, я во вторую пойду. Выйдите кто-нибудь, блядь, сумануть. Я бегу, там? Бегу. Ой. Спасибо, что меня присумонил. Блядь. Так, сейчас сумоним Биг Бема.
сильный суммонер, блять. А там еще, там же еще принять, сука, надо, блядь. Опять я с ебаным вдохом бью, блядь, в ШД, как долбоёб. Да я как-то нахуй Джайну потанчил два окна, нахуй. Я ебал такие приключения, нахуй. Я даже второй аккаунт не стал тут создавать. Джайну потанчил два окна? Ну да. Где-то видос есть. И погибель, блядь. Погибель я два окна играл. Одно окно хилом, друидом, нахуй. Контролил, там корни кидал. Второе окно хурик. Как в два окна играл? Ты ну, разделял экран на два экрана? Нет, в оконном режиме. Ну. В смысле, альтабался, что ли, между окнами? Мышкой нажимал просто. Нахуя? Ну. Там можно, блядь. Я сегодня бегал отсюда. Ну, одно слева, одно справа окно, блядь. Да. Они друг просто... на друга, ну, нахуй. Вот, два окна. Ну, ладно. Неудобно просто все равно. Да это нахуй надо, блядь. Это жадность фраера губит, как говорится, нахуй. ОД, блядь, ОД, нахуй. По итогу, блядь, вайпы, нахуй. Да нет, ну как-то... Нахуя на Джайну пошел ради ОД. Хорош. Не, там я не ради ОД не пошел. Там танка не было. Танки, они же, блядь... Вес золота. Он хукмастер понимает, да, почему? Вот чисто красавчик. Вот был бы чистый ДД, я бы его меньше уважал, а так он еще и танчит, когда надо. Подлизывается. Не, ну хули, это. Нет, это реально так. Это реально так есть. Не синтек то, что красавчик, это понятно. Синтек, а вот бигдем. Вот бигдем бич. Вот у него прист есть, на нем хила нету, нахуй. Вар есть, не, ну там танк есть. Вот, только он не хочет танчить. Я, не то чтобы я, у меня как сказать. Не, я знаю, ты бы танчил, возьми, если бы возьмете рейд... меня в Геру, блядь. Я в жизни не буду ДЦшником. Возьмете меня в Геру, нахуй. Нет, в Геру мы вара танка не возьмем, нахуй. И все, я просто... Ну блядь, вот, а я на фулл Геру проходил на X2, нахуй. Ну, хуй с вами, думаю, блядь, не хотите. Если буду ДЦ, то я буду постоянно... Ты просто слабый, тебе надо релить, нахуй, да начинать варом Геру танчить, и все, и все идут, нахуй. Я ебал уже танчить, если шем собрал. Я понял, блядь. Ну а хули, не, сейчас... надо все стороны познавать, блядь. Буду я сейчас танчить, блядь. Приста бафа не хватает. Надо, чтобы приста баф бафнули. Все, короче, я могу сюда поставлю вот сюда в уголочек, короче. А, если у него сфера кинется. Нет, вот сюда поставлю, а. Так. Да под босса его поставь, да и все, и пускай. Ты его подальше поставь, чтобы не удухи успел взорвали. Нажми следовать на хурика, мы тебя охилить не будем, ты просто сдохнешь. Хурика, да. Ну, хукмастер. А где хукмастер? А, вон. Лучше бы спросил, где хурюк, блядь. Где хурюк? Все, давайте, погнали. На счет три давайте. Здесь у меня нет отчета. Раз, два, три. Раз. Раз, раз. Так, раз. Да. Каст света небес 1-1 это норм. Нет, да, сейчас будет это, сейчас будет дыхание и черная залупа. На из черной залупы выбегаем, соответственно, дыхание прохиливаем. Понятно, но а я думал, понятно, это махами. Вагон какой-то умер. Понятно, но бич какой-то, блядь, это бича какого-то убили, на. Блять, какие же почки, имба, это пиздец. Почки, да. Я за мутика пока их не распробовал. За мутика забей там нахуй. Фул солп энергии сразу. Если все прокается. Так, гаврики пошли, смотрите. Троллбэн. Только, блять, по одной разливай, не все сразу. А, 50% поступило, сейчас скоро вылезут щупальца. Щупальца надо будет хорошо прохиривать. Точечно людей. У нас внутри тут сфера. Предательская. Можно Геру 40%. Рано.
Шалфир, Вайт Фьюри, Шаман, выносите купола. Вот сейчас давай Геру. Дыхание, дыхание, мастер ауру давай. Ага. Так, купола там, Сэджу, Маку и Шаман. Так, черная хуйня, из нее выйти. Лишний пенец, сдохните. А, заходим в куполки. Незыбку давай, незыбку давай. Все, выходим. Блять. И дыхание. А незыбки не было, да, по-моему? Берегитесь. Бичи ебаные, блядь. Вот тебе этот челик, который твой дохлый, это дамаг, это лям. Да, нихуя, блядь, с меньшим. Мы убивали, я убивал этого босса, у своего рейда было по 9000 ДПС, блядь. Сейчас 16, 15, 14, 13, блядь. Да потому что сдохли как бичи, блядь. Вот как сдохло 10, ну, 9 человек в этих бубликах? Ну, захиленная на фулл хп, 3 хила, блядь. Сейджи, погружение залу? Во мрак, рейсфейс, погружение во мрак. Черную залупу. А чё, сука, в шарик крутящийся зайти нельзя, нахуй, на погружение, или что? Но там же... была хуйня, там было погружение, и все купола, которые были вынесены, они были все в погружении, блядь. Ну, не в погружении, это в черной хуйне, короче, стоят. Значит, надо я зашел прям в черную хуйню, нажал ШВ, меня шлепнуло, у меня осталось там 30%. Я вышел из купола, уж все, каст прошел, и меня просто дыханием убило. Ну это да. Короче, я нашел мне клоу, блядь, вышел от дыхания, умер, блядь, все. Короче, понятно, блядь, ясно, нахуй. Может, два хила попробовать? Хотя не, я не знаю, как рейсфейс захилит. Нет, два не надо. Сейчас убьем. Может, сильно. Сейчас я фласку выпью, БКш, короче. Вообще не вижу. Поделишься БКшной флаской? Блядь, я вот каждый раз, блядь, у меня сердце кровью обливается, у меня алкашные кончились, я забываю купить. Так, просто с банка возьми. А, я могу дать на 30 характеристику, но есть. Да не, у меня БКшный. Я думал, БКшный выпишу, вам точно умер нахуй. БКшный нету на этот. Вроде. Я помню, мы с Инсикой вдвоем захиливали это, но ДЦшника был. Поставьте этот МГБ. Ты, кстати, Шелфир, там тоже щитки помогают, ДЦшника нету. Если что, щитки накидывай. Ну, вот таких вот ситуациях в конце, когда. Окей. Ты нихуёвая вообще, помощь. Блядь, как будто бы и не хилил. Всё, а нахуя вы его резнули? Я не потому знаю, зачем он встал. Встал, лежал бы, всё. Лежал, блядь. Сейчас еще раз убивать его. Встал, потому что мужик. Потому что мужик. Ладно, потом. Встал, потому что не импотент. Черная хуйня. Сфера. Закройте сферы, две штуки в ордедозоне. Дамаж. Дыхание прохиливаем. Хилинг, хилинг, хилинг. Танка пойдет. Ладно, фокмастер разольешь. Тебе надо было по-другому тебя ставить. Захиливаем это говно.
Так, братцы, давайте это Инсика, Рога и Шаман выносить. Давай, Геру, Шаман. Дыхание, мастер ауру, мастер ауру, мастер ауру. Эх, блядь, тут нету таймера, я тебе не могу сказать. Но, блядь, смотри сам, пожалуйста. Да. Возьми его фокус, тут просто должен инстант. Он только увидел, начал каст, сразу нажимай. Он ее кастует там примерно на 50 раке. Да. Да, блядь. Это тебе не это, нахуй. Видишь ХПС? И я не вижу, а он есть. Да, блядь, какой ХПС? Там хватает всего. То есть, блядь, вы даете общий ваш ХПС, это сколько? 8 плюс 5, блядь. Вот, столько вы даете, нахуй. Я бы попросил, блядь. Пятнашка, мы, блядь, 8600 плюс. ДЦ с холипалом дают, блядь, там по 8 максимум, нахуй. Вот здесь и больше считай. Не пробивает. Вот и считай. Значит, дамаг лишний кто-то ловит. Посчитай. 8600 плюс 6200. 8 плюс 8. Мне показывает общий ХПС. У нас 15 тысяч. 15700. Да, то есть, блядь, ДЦ, потому что, ну, блядь, ДЦ всегда больше просто хилит. 16500 немного неправильно этот показывается. Абсорб, поэтому он всегда больше, типа, и вот. И то есть, мы проходим по ХПС, блядь. Ну, что-то по IQ, походу, не проходим. Просто, блядь, дайте нахуй нормально ёбаную мастер-ауру. Да, дайте, блядь, сейф, и всё. То есть, блядь, мы без мастер-ауру, там просто все дохнем на шоты. Там неважно какой ХПС, блядь, ведь у нас 30 тысяч ХПС, блядь, я не знаю, там какой-нибудь Т5, блядь, паладин, он бы этот не захилил бы. Потому что людей шотает. А чё там сейвы какие-то есть там, блядь? Щитманы там, блядь, о, ложный выпад у двух разбойников. А там достаточно мастер-ауры, блядь, просто нажать лобу на мастер-ауру. Там вот он переходит на 50% босс, у него там рага копится. Да, всё, все поняли. Влазит там щупальца, после щупалец там примерно раги на 30, на 40, там он дает это ебучее дыхание. То есть, ну, оно там, у него таймера нету, оно как-то, блядь, рандомно все происходит. Его просто надо поймать, увидеть каст, нажать сразу в начале каста, и все, и мы на коне, блядь, красота, нахуй, захиливаемся. Ну, сейчас буду это, оно лучше готовится. Все готово, да? Чё, блин? Черная хуйня пошла. Батька не резонит, сука. Сейчас будет дыхание захиливаемое. Опять медиков пойдет. Поп-мастер изорвет. процентов у нас четко перевели, у нас было 0 раки, когда они перевели. Щупальца вылезли, главное сейчас зафиливайте, чтобы щупальцы это не убили никого. Купалки, бигден, дис, агрид, шалфир, выносите. Берегитесь. Так, сейчас смотри, вот сейчас дыхание, на мастер ауру давай, мастер ауру.
Ага. Купалки. И забегаем в купалки сразу. Не зыбку, давай. Все, выходим, прохиливаемся. Сейчас будет еще одно дыхание скоро. Прохильтесь, прохильтесь, не зыбку. Давай массакру, массакру давай. И гимн на хп кастуй. Гера не было. Давай гимн на хп кастуй, Геру давай, Геру давай. Все, я вроде это, вроде выжил, блядь. Геры не было, пиздец. Блять, сука, дыхание еще одно. Нам сейчас пизда будет. У нас 60%, чтобы побить до следующего каста. Скоро будет дыхание, пробуйте захиливаться. Достойку нажал, 3%. Захиль, 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 блядь. Полог, 3 секунды. Я не буду отбегать. Берегитесь. Ух, ебать, блядь. У меня прям мана кончилась. Тварь ебаная, это так-то нелегко делать. В таком говне хилить, нахуй. Все сдохли, блядь. Шо я это? Тут потел вообще, нахуй, за всех, блядь, просто, нахуй. Ну я да, достал... блядь. Да. Да в стойку нажал, блядь, нахуй, раз, наверное, 6, блядь, забой. Что там, моя грудь выпала? Ну-ка давай сюда, нахила мне. Вот смотри, нахуй, это не надо. Это. А что это? Это тоже нормально надо, хп нахуй. Сапнет, вот этот грудак? Да нет. Йова, да? 320 секунды, если я... Все равно нажму, короче, надо, и все. Пособираем. Я вообще что-то сейчас распылил. Ну и что, вдвоем захилят они? Следующего босса. Ну, если шалфер по диспаду, то захилят. Тогда спекаюсь сам. Бать, мы там очко рвали, конечно. Да, у меня прям мана под конец кончила. Он говорит, хиль, блядь, а маны нет. Я думаю, блядь, что не кастуется, блядь. Так я там отошел, он дыхание, блядь, крутит, нахуй, там еще эти сферы ебаные. Я отошел, в стойку залез, блядь, там хилочку нажал, нахуй, отошел, подождал, смотрю, блядь, у меня КП там просто, нахуй, 5%, потом, ну, все, пиздец, сдох, нахуй. Смотрю, прохилил, все, заебись, пошли, на день, спокойно, 3%. Да, на лимитах. Геншин стоит чилит на каждом трэше, красава. Спасибо, как отдышится. Уже в курсе. Я понял, блядь. Один, блядь, сдыхает, нахуй, другой на трэше чилит, компенсирует тем, что он на собаке не сдох, блядь, что он крутой, блядь. Ну да, я, блядь, два сапога пара. Ты не слакай с 1998 года, нахуй. Ну, я понял. Еще и трэш чистить. А зато еще и трэш не чистить, я понял. Был когда-то закон, ну, что кто не бьет трэш, тот не ролит лут. Да, я так не ролю здесь лут. Я пришел здесь помочь, блядь, людям подамажить. Я имею в виду в нормальном рейде, когда лут надо. Там, блядь, шуба заворачивалась. Да, на трэше дохнут постоянно, я, блядь, я хочу жить. Я хочу, чтобы у меня пассивка, блядь, была сразу с пула. Ты не замечал, что я на каждом трэше, блядь, 25-ке чилю? Хорош. Вот почему рейды по 5 часов проходятся. Да, мои дискорды очень помогут разочистить. Вот у всех по 20к и будет быстрее рейд проходиться. Так вот. Рибичип вообще здесь? Рибичип? Рибичип, да. Бичип? Ну, рип-чип. Рип-чип. Ну я не знаю, чекни, блять, как это обычно делают. Ух, поебал так. Эй, Вержан, вставай.
Да все, он ушел уже, наверное. Иди дамаж, блядь, хули. Вторым окном своим. Куда ты делся вообще? Я вышел, что я его пустил. Вышел. Рибичип. Рибичил. Рибичил. Фетиш пофиксили, походу. А что с ним сделали? Ты себя перекинь в первую батю вместо него. Теперь 3 секунды будет 1200 АП, а не 15% урона. Я ебал, сейчас спать охоту, нахуй. Типа вдонился фетиш, нахуй его пофиксили, да? Заебись. Нахуй трогать не надо было, блядь. Больше не трогай вещи. Вообще не лутай ничего. Было 15% ДПС, стало просто 1200 АП. Так оно... 1200 АП. А что, описание не поменяли? На 3 секунды всего. 1200 АП на 3 секунды. Да. А, ну это тоже нормально. То есть плюс-минус. Че, мы стоим, есть время поставить сходить минута? Нет, все, мы уже пуляем. 15 урона лучше. 15% урона лучше. Да сы под стол или... Понятно, этот... что лучше, бля. Но, типа, в общаге под стол не подсышь. Все. Синтек сыт, похуй. Синтек там пиво наливает на кровать, нахуй. Блядь. Да я случайно. Я просто что-то лег поспать, ебать. Думаю, блядь, бутылка пива на столе. Давайте с этим лежит. Только с выносом не заслапайте, чтобы мы не вайпались на... Пацаны не поймут, но... Говорите, если на мне будет метка, я диспелью стою. А, диспелью, давай, сейчас вот у нас диспел, а мы точно... Чё, блядь? Я вижу двух бега нашей, короче. Да диспелью я ничего не вижу. О, всё нормально, там нету меток больше. Сейчас скоро будет фир. Фир отвернулись. И сразу сокрушение обучали мышки. Ты диспель, мы с диспелем. Ага, всё, метка, я выношу в уголок. Блять, нахуя я хилю магу, я забываю. Надо, может, не хилить убоевано. Так, диспель, диспель, покмастера диспель. А почему он в третьей пати? А это репечи плевнул просто, видимо. Берегите. У нас забагал. Отвернулись, отвернулись от фера. А, молния, плевнул, кейки, сокрушение. Диспель. Солдаем. Блять, активация мини. Берегитесь. Отвернулись от фера. Блять, отвернись, сука. Диспел, стой. Ты делаешь? Короче, дам. А, метку выноси. Берегитесь. Отвернулись от фера. Диспел. Метка. Пидорас, ебаные уроды, взяли гоблинскую хуету, сломали, блядь, сука, ну нахуй вообще лезете к этой игре, блядь. Максимально все, блядь, ломали. Ты про ракету? А? Ты про ракету? Да нет, блядь, я нахуй прыгнул гоблинским прыжком, мне интервейн дать не могу, не чарж, блядь, отвернулись от фера. Шаман, нахуй, как дела? Хорош. Рейс фейс, нахуй. Чё ты нам засрал, блядь, в комнату? А, ну эту хуйню, да. Все, там... перебегаем на ту сторону перебегаем просто и все. Диспел, диспел, шалфир, шаман тут. Мой, да. Нет, выноси. А, сокрушение. Сокрушающий удар. Сейчас будет фир. Диспел. Отвернулись от фира. Метка. Сука.
Чек Геру не сдали. Давай Геру сюда. КД еще, блядь, 10 секунд. Там кулдаун. А им похуй на кулдаун. Ага. Нахуй ты говоришь про Геру, блядь, тогда. А, взять Мирали или нет? Все, у нас не будет больше Геру. Потому что шаман его задал. Отвернулись от Фера. Так, без Геры, блядь. Диспел. Пухмастера диспелите. Покмастера здесь пойти. Маны не было. Второй бич не диспелит. Там вообще. Это, там шаман. Да. Бич на. Ой, бич на паладине, блядь. Ты будешь диспелить хотя бы танк? Нет. Я понял, блядь. Это честно. Друид, бич, блядь, ты будешь зарядить, блядь? Ну, все, да, уж. Не дал, ты что-то говоришь. Сейчас будет фейер. Меня на муте просто. Надо было. Ну, будет на тоненького, блядь, сейчас отвернулся, видишь. Ну а хули. О, штаны. Ну нет, да? Штаны, да, крутые. Блять, два топора. Ну выпал бы, ну выпади посох, блядь. Какой этот топор? Бичевому магу, выпади посох. Героический бросок. А мне, блядь. Блять, и западный гер бросок. Ты че, серьезно? Они тебе нужны? Нет, у меня есть. Что, это говоря, второй пачки не будет, да? Да будет сейчас. Да будет. Сейчас войд зайдет там.